Друзья, нам несколько раз звонили и сообщали о собаке, что бегает с перетянутой проволокой лапой. Мы искали, но найти было невозможно. И вдруг вчера нам вновь позвонили, что собака появилась, но они теперь вдвоем и у обоих перевязаны лапы проволокой. Ребята, была организована очень быстрая помощь. Вызов ловца, девчонки подтянулись. Получилось настолько тяжело и в то же время быстро. Я очень благодарна девочкам-волонтерам из Чехова. Благодаря им мы вчера спасли две жизни. Но расскажу по мере поступления информации. Сначала смогли обездвижить овчара. Как оказалось, это мальчик, и лапа у него сгнила полностью. Ребенку предстоит ампутация. Спасти лапу невозможно. Ну что, ребята, как девочка? Девочка, мальчик, кстати. Мы даже не знаем. Похоже, девочка. Нет, мальчик, ребята. Это мальчик. Так, дышит, все хорошо. Ну что, мальчики, ну подождите. Нет, мы ждем этот самый. Ошейник. Дай ошейник. Не оставали. Ребята, так, да сейчас срежем. Давайте быстрее, пока она не проснулась, ребята. Ребят, берите. Вали, давай сейчас здесь срежем, а там уже отнесем. Давай, сможешь? Обдейте. Осторожно. Давай. Нет, так. Давай на просто не возьмем. Ходи. Просыпается. Давай на просто. Подожди, давай. Так, давай. Подними лапу. Давай. Ищи проволоку. Раскусывай. Осторожно снимай. Есть. Опускогубцами не могли. Боже, боже, боже. Бедный ребенок. Все, так, девочка. Прям на просто не берите. Ошейник только не туго. Просто на всякий случай, чтобы если куда-то, чтобы можно было поймать. Вот это, ага. Проверь еще раз, пожалуйста. Все хорошо. Ошейник нужен обязательно, ребята, потому что будем грузить вечером. Боже, это чудовищно. Так, осторожно, ребята, осторожно. Тихонечко несем. В дальний конец его положите, ребят. Осторожно, мой хороший. Вот этого ребенка искалечил урод, который решил, что за воротами ему нужна площадка для прогулки. Он там подстригает газончик, и он на этих газончиках разместил силки. Мы вычислили, кто это. И чуть позже я скажу вам. Это он разложил силки, и две собаки в этот силок попали. Вот такие мрази живут в городе Чехов. Сообщу, ребята, потому что эта тварь искалечила собаку. Ребята, за сутки 3 раненых собаки. Это что-то страшное. Я прошу вашей помощи. Друзья, я прошу вашей помощи. Его подружка, более старенькая девочка, которую он охранял и которая ходила за ним хвостиком. Немножко диковатая. Когда в нее выстрелили, она бросилась по мостику в реку и поплыла. Ну что ты, мой золотой? Первое видео не получилось. Не бойся. Сейчас сделаем. Боже, какая адская боль. Да, все хорошо. Так, ребят, его я трогать не буду. Здесь нужна помощь хирурга. Я только наложу мазь на рану и перебинтую, пока он доедет до врача. Потому что мы здесь бессильны полностью. И сделаем укол. Все, а все остальное, все хорошо. Да, малышка?
сыночки, осторожно. Я осторожно, сыночки. Я осторожно. У него лапка содрана еще и сверху вот здесь. Вот это место тоже содранное у него, видишь? Тоже содранное. Остальное вроде бы. Так, ребята, мы просто закрываем мазью, пока мальчик доедет к врачу. Все остальное место это уже мертвое. Перебинтовали. Сейчас укольчик сделаем, антибиотик. И будем ждать осмотра врача. Друзья, все перед вами, вся наша жизнь, наши будни. Все, что мы от вас просим, оставайтесь просто с нами. Без вас нам не справиться и не спасти. А ему больно, ребята. Он живой. И кто-то ведь брал щеночка поиграть. А потом выбросил, предал. А пес молодой. Пес не старый. Ему от силы лет 5. Морда еще даже не сидеет. 4-5 лет, не больше. Замечательный, чудесный пес. Ну, ребята, он очень худой. Просто страшно. Очень-очень худой. Я обрезала, что можно на нем немножко. Он потянулся кушать сразу. Ну, что, мои хорошие, не приставай, девочки, я тебе сейчас отдельно, я вообще-то тебя заберу отсюда, чтобы ты не мешал. Так, ребята, а здесь у нас ребенок-инвалид. Здесь ребенок, которому удалили глазик. Да, солнышко мое, все хорошо. Глазик уже чистый. Слава богу, все в порядке. Да, мое солнышко, скоро поедешь домой. Thank you.
Thank you.